Всем привет, с вами Ирина. Очень многие ждали, чтобы я показала именно орхидею Гигантея, какая она пришла, какого она размера. И вот я вам показываю, какого размера это растение. Размер, конечно, впечатляет. Вы видите на фоне руки, какое это достаточно большое растение, какие у нас листья, то есть намного больше, чем моя ладонь. Так что растение такого очень даже приличного размера. Корни у нас отличные. Я ее уже слегка полила, потому что она чуть-чуть просохла, уже корешки были такие светленькие. Я ее полила. Так что вот такая вот орхидейка Гигантея пришла в нашем заказе от Швертера. Огромное спасибо им за вот это шикарнейшее растение. Растение очень большое. Я пока что пересаживать не берусь. Пусть пока постоит, немножко адаптируется, придет в себя. А тогда будем уже думать, куда ее пересадить и что с ней делать дальше. Потому что растение, вы видите, очень большое. Но меня занимает пол подоконника. То есть вот если она стоит просто на подоконнике, вот как раз вот одно стекло, это размах листьев. Так что вот такая вот красавица к нам пришла. Вот ее название. Фаленопсис гигантея. И нам производитель указывает, что растение всего-навсего 12 месяцев до цветения. Так что я очень буду ждать этого цветения. Я думаю, что вы вместе со мной тоже. Это растение никому не отдам ни за какие деньги. Не просите даже. Купила для себя, и хоть что-то мне тоже нужно оставить, потому что получается, что я некоторые растения заказываю, покупаю для себя, и начинается очень много чуть ли не слез. Ну, в общем, если кто-то хочет заказать растения, пожалуйста, в группе ВКонтакте я уже написала, что с понедельника мы будем собирать уже следующий заказ, так как очень много желающих, очень многим понравились наши молодые растения, очень многие уже их получили, очень довольны молодыми растениями, так что мы обязательно еще сделаем один заказ. Так что вот в нашем заказе пришла вот такая вот большущая гигантейка. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.